Сегодня мы в карнавале, приехали здесь на барбариков и заодно посмотрим, что Дед Мороз на втором этаже. Дед Мороз на самом деле есть, и к нему вот такая очередь. И еще наши. Все, очередь. Дед Мороз такие елочки классные. И вот она кончается. Мы, нет, мы стоять не будем, тем более Максимка точно стишок не расскажет. Тут бы стишок, дарит конфетки или какие-нибудь подарки. Эти детки рассказывают. Кстати, карнавал очень красиво оформлен. Потом покажу большую елку, где водопад, там вообще классно. В карнавале уже, наверное, лет 100 не были. Если бы не это шоу барбариков, наверное, так и не доехали. Еле припарковались. Посмотрим, как сейчас дело обстоит там с очередью на барбарики. Как настроение, Максим? Ждешь Дед Мороз? А там барбарики. Торговые центры прошлись в этот Новый год. Везде украшения красивые, разные. Карнавал не исключение. Нашей главной героине. Очередь Деда Мороза до сих пор есть. Да у тебя ж в машине шарик, да, Аленка?
прикольно придумали на фонтане елку. Максимка, тебе понравилось? Покажи как, покажи класс. Мне понравилось. Да он же недоволен, машину хочет. Ты устал? Не хочешь машинку, да? Понятно. Аленушка, Ален! Огромный привет! Мы сегодня едем в область. Мы сегодня едем к моей маме. Еще с Новым годом не поздравляли. Сегодня сейчас вместе всей семьей. Карапузики сзади. Поехали. Там сходим к маме в гости и, наверное, еще к родственникам посмотрим. Ну, либо все вместе встретимся в одном месте. А пока у нас на улице чуть-чуть потеплело, но все равно такие именно рождественские морозы. Было вообще больше минус 30, там 32-34, сейчас вроде минус 20. А к выходным вообще обещают вроде минус 3, но они прогноз каждый день вообще корректируют, буквально таки, не знаю, сегодня очень вечером сильно. Снова минус 28 еще. Значит еще не будет тепло. В общем, все, мы опять в дороге. Мы очень часто на переезде здесь встаем, когда приезжаем, вот не знаю, как закон подлости. И сегодня нам более-менее повезло, сейчас уже едет состав. Здесь белый снег, кстати. Ага. Ай-яй-яй, Алена. Ай-яй-яй. Хотя, говорит, я ничего. Скажи, там же красота. Как не подруга. Видела через свою обезьянку, как я тебе ее? Да. Дать тебе обезьянку поиграть. Нет, не дам. Нет, не дам. Нет, не дам. Не знаю, тут что видно, нет, так поселок вечером выглядит, нет, наверное, не видно. Мы вчера съездили к моей маме, там покушали, погостили, сходили в гости еще к одним родственникам. Там детки наигрались по самое не хочу. Максимка с двоюродной, ну она как троюродная. Ну, в общем, у нас там через колено какое-то, но мы всегда близко общаемся. Они там наигрались, Аленка, в общем, классно вчера провели время. Привезли много стряпанного, пирожки, булочки. Остался только один пирожок. А сегодня Рождество, и день рождения еще у Сашиной мамы, поэтому мы сейчас быстренько готовим салатики. Их будет два, которые вот больше всего понравились на Новый год, их тоже готовила. Фруктики, там вкусняшки, и поедем скорее поздравляться. А вообще Рождество — это такой хороший, светлый праздник, поэтому всех поздравляю с Рождеством. Ну и пошла скорее все готовить. Делаем салатик, конечно же, с Аленкой. Вот она, помощница, помогает в основном уменьшать количество составляющих. Еще параллельно чай с молоком пью. Сейчас здесь у меня сухарики, майонез, курица. Будет еще майонез. А Аленка, там огурчики и яйца остались. И второй салат будет с ананасами. Вот такой первый раз взяла. Тут, кстати, такой слоган. Всяко вкуснее репы. Ананасы...
перцы и тоже куриная грудка. В общем, сегодня все салаты с куриной грудкой. Все надо продолжать, пока Аленка тут всю курицу не выела. Такие вот два салата получились. Сейчас главное их довести аккуратно, особенно вот этот вот. Здесь я специально в кастрюльке сделала, чтобы крышкой закрыть, и ну, думаю, нормально доедет. Здесь ананасы, перец и курица. Ну, все это с майонезом, чуть-чуть специй. Так что вот такие у нас блюда. Пицца большая и креветки. Да, еще пицца и креветки будут. В общем, у нас сегодня такое настоящее застолье будет. Да, Аленка? Да, 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 да. Еще фрукты надо вон взять. Подожди. Он уже все. Дождался? Да. Максим, стены ходуном ходят. Ты посмотри, Максимка, ты никого не ждешь даже. Максим. Так, второй пришел. Подождите, подождите.